На базе отдыха «Академия» продолжается юбилейный курортный сезон. Студенты и преподаватели вуза набираются сил перед Новым годом на бархатном Черноморском побережье под аккомпанемент любимых песен. Продолжает свою работу концертная площадка, открытая к старту сезона. Лучшие таланты Академии получили возможность продемонстрировать свое вокально-эстрадное мастерство. О самом подходящем месте для летнего отдыха в материале моих коллег. Самое атмосферное место встречи студентов и преподавателей Одесской юридической академии в неформальной обстановке. Именно так о базе отдыха «Академия» говорит президент вуза, инициатор строительства спортивно-оздоровительного комплекса Сергей Кивалов. Никаких строгих костюмов, галстуков и пиджаков, а купальники, шорты, футболки и, конечно же, летнее настроение. 10-й юбилейный сезон здесь в самом разгаре. Сергей Кивалов вспоминает, с каким трепетом и волнением вся академия ждала окончания строительства базы. И не просто ждала, а принимала активное участие. Комплекс построен исключительно за средства, которые заработал университет. Другие высшие учебные заведения, они как? Им по наследству досталось от Советского Союза. Мы же построили ее там 10 лет назад, и вот строили ее лет, наверное, 6. И построили, и выстроили, и как всегда лучшее. Лучше, вот в Затоке лучшего пока нет ничего. Но самое интересное, что я вам хочу сказать, что это государственная база отдыха. Традиционно на базу приезжают всей семьей. Для детей здесь отдельная программа. К примеру, каждый вечер устраивается дискотека и школа танцев для самых маленьких. На нашій базі відпочинку «Академія» будні та вихідні проходять яскраво, насичено та весело, оскільки в нас є аніматорська програма для діток, навіть для дорослих. Окрім цього, концертна програма, де виступають наші студенти, і всі ми можемо почути цю прекрасну музику, насолодитися цим прекрасним морським повітрям в таких чудових умовах, звичайно ж, за підтримки керівництва нашого університету, президента Національного університету Сергія Васильовича Ківалова і профкому та студради. Для коллектива Одесской юридической академии, студентов, профессорско-преподавательского состава база уже давно стала любимым местом восстановления сил и подготовки к новому учебному году. Возможность полноценно отдохнуть на территории комплекса – заслуга руководства вуза, правкома и студсовета. К слову, платят учащиеся и преподаватели меньше 100 гривен за сутки, что составляет 15% стоимости от путевки. Таких цен на Одесском Черноморском побережье не найти. Для нас это, конечно, яркое событие всегда, потому что мы работаем в коллективе Национального университета Одесская юридическая академия под руководством президента университета Сергея Васильевича Кивалова. И для сотрудников существует уникальная возможность приезжать, оздоравливаться на базу отдыха, на нашу базу отдыха, где мы классно проводим время, где мы приезжаем с детками. Я уже 7-й год подряд. И уже, знаете, это стало доброй семейной традицией. И детки спрашивают, и с нетерпением ждут, когда мы подъедем. Именно так должна организована быть работа в вузе, когда каждый член коллектива может поехать, хорошо провести время, оздоровиться, получить прекрасные эмоции. Мы видим, какая замечательная материально-техническая база. Отдыхается отлично, условия шикарные, мне очень нравятся условия. Здесь хорошие лежаки, можно позагорать, отдохнуть. Все отлично. Мне очень нравится, что наша академия имеет такое заведение, где могут отдыхать и студенты, и преподаватели. Вовсю работает только выстроенная концертная площадка, на которой воспитанники Центра культуры, студенты Одесской юридической академии каждые выходные демонстрируют свои таланты. Сцена – важная и необходимая составляющая спортивно-оздоровительного комплекса. Досуг гостей базы стал еще более разнообразным. Напомним, что концертная площадка появилась после того, как студенческий совет обратился с соответствующей просьбой к администрации вуза. Согласие было получено незамедлительно. У нас все было. У нас хорошие условия проживания на нашей базе отдыха. У нас спортивные площадки. Только у нас, вот посмотрите, футбольное поле, волейбольное поле. И в прошлом году, ну, не было концертной площадки. Вот сейчас на первом и на втором этаже у нас концертная площадка. И студенты с удовольствием приезжают сюда. Они, во-первых, и отдыхают. Это раз. А второе, они показывают свое мастерство и преподавателям, и сотрудникам. Молодые исполнители в восторге от условий, которые появились у них на берегу Черного моря. Самая подходящая атмосфера, чтобы демонстрировать свои таланты.
петь очень нравится, очень хорошая сцена, хорошая аппаратура, хорошие условия. Хорошие условия, в принципе, для отдыха студентов и работников академии. Можем поблагодарить от всего сердца Сергея Васильевича за то, что он создал такую базу отдыха, потому что каждый студент имеет возможность отдохнуть здесь, в этих прекрасных условиях. Мені дуже подобається ця база відпочинку. Насправді, я дуже завжди радію, коли нас кличуть сюди виступити, тому ну, мені тут подобається. Частіше всього від академії ми співаємо одеські пісні, звичайно, але більш того, це основне це, щоб було весело, тому це якісь веселі пісні, літні. Традиционно летними теплыми вечерами возле концертной площадки базы отдыха «Академия» собираются отдыхающие, чтобы послушать песни у моря. Гости комплекса делятся своими эмоциями как об условиях проживания, так и о культурной составляющей. Главный вердикт – отдыхающие будут рекомендовать «Академию» всем своим знакомым. Очень хорошее впечатление, и прям не ожидали, как раз что сегодня такой концерт. Очень понравилось. Все нравится, все. Обслуживание очень хорошее, персонал очень добрый, очень хорошо относится к отдыхающим. Летний сезон продолжается. Впереди новые концертные программы и университетские спортивные турниры. Жизнь на базе отдыха «Академия» богата своим разнообразием и пестрит самыми яркими красками.